Привет, друзья, это исследователь. Вот такой вот обзор пресервы. Филе сельди в масле 370 грамм. Рыбы там где-то около 250 грамм. Не забывайте, никакие не 370 грамм, потому что там никчемное масло, это противное. Сельдь кислая. То есть она, как я понимаю, наполовину стухла. Хотя дата у нее еще было время сейчас. Сейчас какое там число? Пятое, шестое. То есть еще чуть ли не 2 недели куплена. В холодильнике стояла. Но ни за 129, ни за 65 она не стоит, потому что уже не в нормальном виде была. Вот производитель Союз Белион. Где она там стухла, я не знаю, в Перекрестке или в этом Союзе. Но невозможно сейчас рыбу покупать. Просто херня с ней постоянно. Пока, ребята.